К очередному заседанию правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития СКФО Ингушетия подходит с положительной динамикой снижения уровня безработицы. Об этом на совещании с Юнусбеком Евкуровым доложил вице-премьер Хусен Зурабов. В последние годы наблюдается стабильное снижение уровня общей безработицы с 49 до 27%, регистрируемой безработицы с 10% до 8%. Число выявленных случаев неформальной занятости в прошлом году составило 67% от планового объема, что на 48%. Процентов больше, чем годом ранее. Напомним, комиссия по вопросам социально-экономического развития СКФО, которую возглавил председатель правительства страны Дмитрий Медведев, была создана в рамках реализации стратегии социально-экономического развития СКФО до 2025 года. В комиссию вошли все руководители регионов СКФО, представители министерств и ведомств. Одно из ее заседаний в октябре 2016 года прошло в МАГАСе. Последний раз комиссия собиралась в марте 2017 года.